Доброе воскресное утро. Время. 8 минут до открытия, мафия уже все в сборе. Видите, мафия разделяется. Здесь одни, и там стоят другие, потому что два входа открывают сразу же. А мы идем к нашей самой мафии-мафии. Ну что? Я не могу найти свою щетку. У меня есть вторая, которая на правую руку, но мне неудобно рыться правой рукой, потому что я держу ей телефон. Поэтому мне нужно купить новые перчатки. Либо найти новые. О, боже мой. Мафия что-то чает сегодня. Кельвин Клайн. Элли. Бодраная. Одежду, я хочу порыться в одежду. Чтобы у меня были запасы. У меня начинается учеба через 2 недели. Не знаю, как я буду со всем справляться. Подумаю, мне плохо становится, честно. Нашла пару свитеров из кашемира. Черные, правда, они такие простые. Одна как водолазка сделана. Нашла, кстати, знаете, что я уже? От Gymshark леггинсы. Или это не леггинсы, как капри больше такие. Черта интересно. Коуч. Все старое здесь. Сейчас они начинают менять вот эти бины. Банана Republic. Hollister. American Eagle, но они такие маленькие-маленькие, я даже не хочу такое брать, бесполезно. Потому что те, кто у нас такие маленькие размеры, у них денег нет. Они еще подростки. Поэтому нужно смотреть больше размер. Настоящая нарисованная картина.
Ну? Да, на будущее. Награды всякие. Интересно, такие зайчики. Их возьмем, потому что они, мне кажется, интересными такими, необычными. Polar Express. Чихалка здесь ходит. Фотографии. Женщина возле меня с лупой ходит. Она постоянно какие-то мелкие игрушки собирает, какие-то мелкие штучки всякие. И с лупой рассматривает что-то. Дисней. Это все пустое со вчерашнего дня здесь стоит. Don't grow up. It is a trap. Я думала, throw up написано. Интересный чайник. В виде слоника, только нету крышки здесь. Лучше такие. Только все по одному посмотрим. Brooks Brothers. Записная книжка. Не записная книжка, телефонная книжка. Раньше такие были, помните? А сейчас все в телефоне. Это новая барахлишка. Смотрите, какие красивые тарелки. Я, знаете, что нашла здесь? Целую коробку с этими, с статуэтками от фирмы Avon. Думаю, может нам домой взять пару тарелочек. Так, кошелек с деньгами. Опс. Кошелек, но без денег. Но без денег. Вот эти красивые такие штучки, $3 стоят. Не знаю, что именно, но красивое что-то. Так, здесь какой-то. Лампочки всякие разные.
Мандарик. Ну, это полезная вещь для офиса. Там одна женщина нашла пустые коробки из-под Cartier. Они тоже продаются. Ну, все продается, что я могу сказать. Кстати, вот это, что я нашла от Avon, там целый мешочек, я вам покажу попозже. Я это запрячу среди своих вещей, потому что она скажет, о, $2 за каждую, даст мне $20. А по весу будет $5, поэтому нужно крутимся как можем, как говорится. Вот так вот. Так, здесь я уже рылась, вот эта женщина нашла коробки. Блин, без перчатки так неудобно. Бабочки. Что-то интересное. Так. Это что у нас такое здесь? А вот коробки. А почему она ее выбросила? А, сломанный замок. Сломанный замочек. Видите? Поэтому ее и выбросили. Здесь гольф у нас, блядь, пряжа. Пряжу брать не буду. У меня она была, она не продается. Эта женщина во всех карманах рылась. Кожаная перчатка. Ух, сколько мячиков, посмотрите. А кроме мячиков, что-нибудь еще интересного подсунули сюда? Нет, не подсунули, к сожалению. Еще мячики. Одни мячики, ничего больше интересного здесь нет. Так, я пошла рыться в одежду. Попозже выйду, покажу, что там нашла, будем разбирать. Эту посуду кто-то, видимо, вытащил и убрал сюда. Какое кресло хорошо здесь. Кожаное такое, нормальное. Нормальное такое кресло. А, это мужик, видимо, тут купил. И снова новое барахло. И снова в нем я не нашла ничего. Вообще просто ничего. Прикол, короче, вот эти вот тапочки. Я их купила на прошлой неделе. И они оказались рваными. И я их, в общем, выложила возле магазина. Их подобрали, принесли обратно и снова продают. Вот так и делается бизнес. Любимые книги, на которых у меня, к сожалению, нет времени. Кошелечек, Can Reaction. Hello, Helio. Косметика. Там было очень много косметики, но она использованная вся. И одна из мафиози взяла эту косметику. Собрала здесь. Мини-спикер. Такая сумка, это не страусиная кожа, это под страусиную кожу. Вот что осталось от косметики. Вот есть Bobbi Brown, Amway.
Вот такой вот есть. There's still some left from her, but it's used. It's a speaker or something. Косметик. Что там, одежду новую вывозить надо? Да? Туда идти. О, новость дня. Я продала сумку. То, что я вчера нашла, я ее продала только что за $200. Класс, да? Вчера купила за 2. О, тут прикольные. Хотя нет, не прикольные. Купила вчера за 20, сегодня за 200 продала. Супер, да? Вот она, целая коробка со всякими разными штучками от фирмы Avon. Всякие разные статуэточки, но я сейчас не буду их открывать. Там штук 10 как минимум. Плюс там какая-то блокноты. Что-то там еще есть в большой коробке, это все посмотрим потом. Здесь у меня целый мешок хороших вещичек. Это фирма Denim and Supply от Ralph Lauren. Нет, это True Religion. Вот это Denim and Supply. Вот она, Ralph Lauren. Это еще одна Denim and Supply. Это брюки от Ralph Lauren для гольфа. Это, конечно же, Lululemon мужская. Джинсы Diesel одни. Джинсы Diesel вторые. Последний заход, и я ухожу отсюда. Это пояс от Louis Vuitton, только он пластмассовый, не настоящий. Банана Република такой вот. Кошелечек. Тоже можно, думаю, долларов за 15 продать такое. Нашла две пары обуви. Одну от Винсент, другую от Тори Бёрч. Но мне нужно их проверить, потому что, возможно, они... Смотрите, какая прикольная, сразу же с прищепками. Манола Бланк. Вот здесь, кстати, я нашла обувь. Ого. А вот и второй. Возьмем. Манола Бланк. Попробуем привести в порядок. Вот это новое что-то. Запечатано для волос. Одну вещь я уже там взяла. Еще одна. Так. Ничего. Пусто. Микки Маусы здесь всякие. Я же пытаюсь уйти. Никак не могу этого сделать. Скетчерсы. Ладно, все, буду уходить отсюда. Фу, я все вспотевшая. Я просто сейчас была на улице. Там моя подруга, она ей ее, в общем, какая-то родственница передала сумки на продажу по $5 каждая. Так вот, я одну купила. Пляжная какая-то сумка, посмотрим. Я нашла. Под конец я уже собиралась выходить, уходить, и там был Бинс. А я же вам показала. В общем, я нашла Vans, Tory Burch, я нашла Manolo Blahnik и какой-то там кондиционер для волос, что-то типа того. В общем, отличные находки. Новость дня. С
следующее воскресенье мы с моей знакомой хотим попробовать поехать в Форт Майерс на другую свалку и посмотреть, если мы сможем найти там клад. Вот такие вот планы на данный момент, но они могут, конечно же, измениться. Все. На сегодня все. Пока-пока. И увидимся в следующем видео. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.